Аграры убирают поле, а дорожники обкошивают узбочины. В осень горячая пора и необходимо подрыхтоваться до зимы. У области больше за 10 тысяч километров мясовых дорог, и они повинны быть у парадку, навод коли это проезд до малонаселенного пункта. И важно робить это своечасово. Обкошенные, добраупорядкованные дороги заусёды отзначают замежные гости, коли трапляют у Беларусь. По технологии спочатку обкошивают узбочины, а потом приступают до стрижки откосов. Як правило, робить это весной на початку лета и зараз в осенью, коли ведется, так бы мовить, генеральная уборка. У дорожников, як и у аграриев, шмат працы. В первую очередь это работы по поддержанию все-таки дорог, скажем так, обеспечение безопасности дорожного движения. То есть это ямочный ремонт в первую очередь, гравийные, грунтовые дороги, это ремонтная профилировка, замена знаков. Периодически где-то вот дожди проходят, размоины какие-то, то есть устраняем размоины, обочины поправляем тоже грейдерами. То есть все, в основном вот в первую очередь это. Ну а потом уже идет у нас окоски, уборки мусора, вырубка кустарника, там поваленные деревья, то есть убираем, то есть где как по необходимости. Ну это основные такие виды работы. Усе дороги мают господароў, есть дороги республиканского значения и мясовые, однако правила одиные для всех парадок, нават для невеличких дорог. У сельской мясовости дорожники чекают, коли завершают уборку на полях. Есть малонаселенные деревни. Даже к ним дороги вы обкашиваете? Конечно, эти все дороги у нас же стоят на обслуживании. Их тоже обкашиваем. И сколько у вас всего на обслуживании дорог? 625 километров дорог. Это много, мало вообще? Сколько вот приходится трудиться? Ну, это, знаете, так вот, немало, немного. Золотая середина. Ну, трактористы, да, работают по 12 часов. Две смены бывает, когда летом. Але есть нарекания на утримание мясовых автомобильных дорог. Местами очень высокие насыпи, и приходится можно на одном километре привести полдня. То есть проходов там не один-два, как по обычному, например, если дорога идет в небольших насыпях, а в больших можно и 3-4 прохода делать. Поэтому немножко вот, скажем так, хотелось бы быстрее, но не всегда получается быстрее сделать за счет объема вот, окоски, именно откосов большого. Поэтому немножко бывает, что затягиваются сроки по окоске. Специалисты подлечили. Один цикл обкоса дорог в области обыходится прикладно у 650 тысяч рублей. И такие гроши выдатковываются в первую чергу не для эстетики, а для безопасности. Например, на участках с крутыми поворотами обкошенные узбошины позволяют повеличивать бачность на дороге. Катерина Градницкая, Кристина Кранкевич, Александр Тарасов, Денис Жавина, Виталий Алексеенко. Новини региона.